И всем привет, ребята, это с вами я, Миша Каримов, и сегодня мы будем снимать вторую ее часть по игре Rise of Kingdoms. Я так понимаю, вам довольно понравилась в эту игру игра. Ну, смотреть. Мне кажется, это будет единственный нормальный летсплей в истории Rise of Kingdoms. Ведь когда я начал смотреть Rise of Kingdoms, там я не нашел почти ни одного летсплея. Просто иногда долго загружается, ничего такого. Можете здесь обложку. Вот сейчас будет. Вот новый век. Ура, бронзовый век у нас наступил. Ничего такого. Карьера нам важна. Так, ну предметы попозже. Так, надо обязательно. Так, ничего. Так, задание небольшое. Так, академия. Кстати, хочу вам задать вопрос. Кто-нибудь смотрел? One two. Вот у меня вот этот вопрос. Так. Может, пока что задание. Вот стрельбище улучшить. 30 секунд будет занимать. Так. Нам важно еще в академии. Так. Вот, 60 секунд всего. Так. Ну, как бы... Вот вы будете сразу по... Так вот постепенно будете так переходить. Вот еще здесь всякие. Так, то задание. Вот надо бы казарму улучшить. Академию. Это важно. Так, вот стрельбище можно, в принципе, пока что. Могу вам пока что показать, как выглядит. Вот бронзовый век, потом железный, темные века и феодальная эпоха. Но мы вряд ли когда-нибудь войдем в нее, то феодальную эпоху, если я, конечно, сам попытаюсь в нее дойти. Так, стена. Вот сейчас прям все закончится. Вот можно пока что другие задания повыполнить, когда стена строится. Так, альянс, магазин. Здесь, если что, ничего такого нету. И вряд ли что-то купить и так можно. Это если у вас, конечно, будут такие денежки. Хм.
Так. То, что в академии можно пока, что, например, дисциплину. Так, таверну надо бы так улучшить. Так. Что ж быстрее? Ощущение, то ж стена быстрее хоть 5,5 минут, конечно, будет длиться. Так. Может, на пока что варваров победить. Ну, это если, конечно, кстати, забыл. Вот обучитесь. Потом в следующем видео, конечно, наймется уже. А в этом видео мы так будем. Так. Сейчас, наверное, улучшится. И мы пойдем улучшать дальше. Ладно, ускорениями так. Так, стола до третьего можно прокачать. Кстати, вот ваш да не уровень фермы, лесопилки, карьера и золотой шахты, а ваше их количество, не уровень. Кстати, вот так будем постепенно вот так переходить. Возможно, потом. Возможно, мы уже к следующей серии перейдем к, ну, в следующей серии мы уже точно А, стена улучшается. Так, 2 минуты. Пока что можно фирму до 4-го. Так, Альянс, ничего такого, Точно, но забыл. Надо бы так командира улучшить. Вот здесь можно так сразу же уже получить и сразу кучу заданий выполнить. Так, лесопилочка. Так. Ну, мне кажется, мы уже точно к следующему выпуску мы уже точно перейдем, например, к возможно, даже на 7-й уровень перейдем в следующем видео. Кто знает. Так. Ну, мне уже как-то лень ждать. Поэтому все. Целый час будет занимать. Ну, ладно, в следующем видео точно. Так, какое задание? Карьер можно улучшить. Так, 8 минут. Кстати, вот здесь есть статистика, вот строительная мощь 546, мощь технологии 5, мощь войск 1610, а мощь командира 4100. Максимальная мощь 6061, победа 1, поражение 0, мертв 0, число разведок отец, ресурсов собрано 0, помощь ресурсами 0. Сколько раз вы помогли Альянсу 5? Кстати, вот есть здесь еще и статистика войск. Так, столько кавалеристов нас было обучить. Мне всего лишь 80 надо. А, 20 минут.
Так. А будет долго длиться, потом тому дозорную башню, в принципе, можно улучшить. Так. На не скоро, конечно, ратуша, но в следующем видео она точно уже улучшится. Не лень ждать по этому. Просто так улучшу. Ну, всем пока, ребята. Увидимся в следующем видео.